Всем привет! Всем привет! Сегодня мы с Лизой открываем маленьких поников пегасиков. Мама нам принесла с работы, да? Rainbow Dash и Pinkie Pie. Rainbow Dash и Pinkie Pie там? Да. Тебе все такие? Да. Так, ну давай, открывай. Давай, я хочу взрывать. А там взрывать не обязательно. Там, во, видишь, получилось. Так. Засовывай туда ручку и вынимай. Нет, не получается? Ну, давай я помогу. Опа! Самый маленький, да? Как его зовут, самого маленького? Rainbow Dash. Это Rainbow Dash? Да. Это тоже Rainbow Dash. О, с крылышками. Они все летают, да? Пегасики, правильно. Так. Это, видимо, папа. Да? О. Папа. Хвостом. Хоть у него хвост спрятавшийся. Ну-ка. Или он специально так замотан? У него специально замотано. Так, ладно, это мы сейчас размотаем, посмотрим. И это, видимо, мама, да? Два, головка крутится. Крылышки у них какие-то маленькие. Так, ну какие у нас аксессуары есть? Что там? Гитара. Что еще? Гребешок. Расчесывать, да? Сумочка поника. Ой, ты там все уже открыла? Сейчас покажешь сумочку. Какая красивая. Зеркальце, видимо, да? О. Еще один гребешок для папы. Так. Грива. Смотри, вот эту гриву можно будет расчесать. И хвостик ему можно будет расчесать. Да, Лиза? Длинная. И грива длинная. А, нет, это все-таки, наверное, мама. Что-то я перепутал. Это две мамы. О, смотри, как хвостик уже пооблез. Быстро он. Опа. Давай, что тебе? Расческу. Расческу надо достать. Сейчас достанем расческу. Держи. Остальное доставать? Да. Сама? Гребешок красивый. Вот это банчик. Вот это. Этот банчик давай достану. Держи. Держи. Я хочу вот это. И вот это достанем. Держи. Ой. Это все заколочки, да, разные. Можно нашим комикам, ой, делать разные прически. Держи. Вот эту. О, какая красивая заколочка, да? Все, показал. И вот эту. А это в форме зайчика. Только не заколочка, это что-то другое. О, зайчик какой. Давай мы попробуем какую-нибудь заколку куда-нибудь прилепить. Нет. Нет, не хочешь? Я хочу. Расчесать хочешь? Ну, давай. А папа поможет розовую расчесывать, хорошо? Да. Ой, убежала. Так. Смотри. Грива как настоящая. Тут же волосы вычесываются. Удивительно.
до чего дошел прогресс. И у меня. И у тебя? О, как здорово. Ну, точно как настоящие пони линия. Так, а теперь надо попробовать этим поником. Так, это для синего. Давай. О, розовую заколочку попробуем. Розовому понику розовую заколочку сделать. Папа прически не умеет делать, поэтому просто заколочку повесит. Какую заколочку? У меня получилось, всякий папа. Ух ты! Вот что у Лизы получилось, а вот что у папы вышло. Красота, да? Я хочу. Давайте покажу, как делать. Нужно ее сначала открыть. Вот она тут открывается, вот так вот. Потом взять волосики, смотри. Вот, а теперь, вот, давай. Во, молодец, видишь, как хорошо получается. Заколочка, правда, не особо хорошо держит. Вот сейчас. О, да, она открывается. Плохое крепление. Расчесывай, конечно. Причесывай, чтобы красивая пони была. Я хочу посмотреть в зеркало. Какая я красивая. Ой, какая красивая пони. Это даже пони-единорог. Интересно. А малышка нет. Малышка обычная, не единорог. Она тоже голубенькая. Сумочка хотим. Сумочка. Сумочка. Это они в магазин с этой сумочкой ходят, да? Да, и розовый. А, это розового поника, да, сумочка? Розовый. А может, это не сумочка, а косметичка? Может, там косметика? Его и пошла. И пошла, да? Не прячь его. Ой, пусть рядом. Конечно, голубая. Голубенькая, да, поня. Вот такой зайчик идет. Много малышки горит зайчиком. Ну дай малышки. Голова крутится. У них у всех голова крутится. И у синяя. Да, и у синего тоже, у всех крутится. И у розового, конечно. Туда-сюда. Туда-сюда. Видишь, розовое с крылышками, а синее с рожком. С рогом, вернее, с одним. Я хочу расчесать. Ну, расчесывай. Давай мы синий пони розовую заколочку прикрепим. Давай? Нет? А зеленую? Нет, смотри. Чтобы прикрепить заколочку, ее нужно сначала открыть. Вот у нее защелочка. В защелочку нужно так вот пальчиком чик открыть. Потом волосики вставляешь и закрываешь. Можно на хвостик ей одеть. Папа, рукой. Оп. Держи. И можно на хвостик одеть. Ты на гриву хочешь? На гриву сложнее будет. Ну, как-то похоже, да. Ну, давай, тебе помогу. А я покрою сейчас ее хвостик. Так, розовый снег. Смотри, какой хвост получился. Это малышки. Малышки? Да. Это ее подарок, наверное, да? Да. Это или это ее игрушка? Гость. Игрушка, понятно. Всем пока. Все, всем пока скажем? Лайк, ну, давай. И подписывайся на канал. Всем пока-пока-пока. Пока-пока.